блин, старый такой же университет, такой же, как Оксфорд или Кембридж. Эти двери я люблю сунуть различными точками. Знаменитые арабские пера. Прям целый магазин, бутик продают. А впереди над нами стоит здание без окон, хотел сказать без дверей, но с дверями. Почему оно без окон? Потому что был принят закон в одно время, а налог на окна. И чтобы не платить деньги банк, решил просто их закрыть. Поэтому здание стоит без окон. Снова есть плюс. Перенеси большой такой забор. Повыше для вас. Вот такое здание. Извините, закрыт. Все, что я слышала, что сейчас только запускают студентов. Все, кто хочет посмотреть. Вот запрещен. Был, сейчас я не знаю. Все работают. Девчонки что-то обсуждают активно. Наши этажные автобусы. Кампус большой, но не хватает. А я, наверное, буду отключаться и пойду на Connell Street. Ну и как бы успею что-то прикупиться сегодня. Но тут я поменяла решение и решила ходить на The Ring, вернулась обратно в магазин Avoca. Avoca — это у нас такой местный ирландский бренд, где продают изделия для дома, продукты какие-то питания необычные. Есть в этом магазине кафешка, есть продукты. И также есть, например, вот порслин, фарфоровые какие-то изделия. И магазин очень популярный, тут для, смотрите, для мороженого. Очень популярный для такой, знаете, хэнди-мэнди, что-то купить для дома, приглядеть и посмотреть. Я отключила музыку, потому что в магазине кричала очень громко музыка, а все, кто занимается YouTube, знают, что этого делать нельзя с музыкой у нас оставлять. Поэтому все отключено и поставлена музыка с YouTube. Посмотрите, какой прекрасный фартук. А вот он называется. В магазине много всего интересного, красивого, всегда людно. И он достаточно популярный как среди местного населения, так и среди туристов. И там всего много. И крем для рук необычный какой-нибудь, вот, посуда, свечки. Вот это, например, мочалка. Да, такая интересная. Но на The Ring, в общем, походить. Там, если что, такое интересное. Маски для лица. Ну и это моя слабость — пледы. Посмотрите, из шерсти такой теплый плед в зал куда-нибудь, знаете, в зал или как на диванчик, совока или шарф шерстяной. Цены, конечно, высоковаты, но как на подарок кому-нибудь из ваших близких и родных или привезти из Ирландии, я рекомендую, потому что качество отличное, все натуральное, все очень красиво и держится долго. В общем, такое, знаете, для души и одушины.
К сожалению, Авоко мне не платят за эту рекламу, но мне сам магазин очень-очень нравится и по душе. Я все время часто хожу что-то на Назаринг. Значит, это спускаться вниз, там второй underground, там basement, там вот больше продуктов питания. Ну, у нас всегда так все как бы намешано. Вот, магазина наша. Пальтишко вон тут, смотрите, какое красивое шерстяное. Вот. А вам такие вот нравятся магазины, мои зрители? Или вы как к ним относитесь? Поглядеть, посмотреть, может быть, что-то купить для себя, порадовать. Как вы считаете? Стоит иметь такие магазины или ходить лучше по бюджетным и знать свой, рассчитывать бюджеты? Вот так. Каждый день я стараюсь что-то выставлять для вас, мои зрители, какие-то находить свои интересные моменты, чем-то вас радовать. И уже на протяжении нескольких месяцев, ну, больше чем год, я что-то выставляю об Ирландии. Видео на моем канале бывают каждую неделю, регулярно. И что-то всегда бывает. Поэтому всем рекомендую подписываться на канал Days in Ireland. Я вас всех жду. Подписывайтесь, не теряйте.